Вот наш сегодняшний пепелац. Сейчас мы тут бросим нашу нехитрую поклажу, нехитрые пожитки и поедем. Максимальное утепление. Шайба, на борт. Прыгай. Сейчас большая, можно прям по азимуту лупить и ничего не будет.
Какая тишина, обалдеть. Не стало туристов. Природа погрузилась в тишину. Как классно. Хотел поснимать на коптер, но не буду, потому что причаливать неохота, во-первых. Во-вторых, солнце уже ушло. И уже Ветлан не освещен совсем. И даже на самом деле на фотик-то на большой тоже не особо хочется снимать. Что-то так балдежно, так тихо и хорошо. Все, запилил пару фоточек. И сейчас будем скатываться. Жалко, у меня нет с собой ни GPS-ника, ни даже программы в телефоне с GPS всякими характеристиками. Конечно, не самая лучшая затея вообще на таком трансе и на старой лодке замерять скорость максимальную, но с другой стороны, хорошая практика смотреть, как было до и как стало после. Вот. Но делать, конечно, этого я не буду, замерять. Поэтому сейчас просто в темпе марша скатываемся вниз, домой, пока еще светло, пока еще не полная темнота. И идем делать домашние дела внутри. Вот, все, погнали.
Путешествие наше по традиции состоит из нескольких частей. Из водной части и из велосипедной. Поэтому нам нужно подкачать переднее травящее колесо. Задничек уходит. Деревня. Все, уезжаем. Куда бы запарковаться даже, я не знаю, блин. Повыше, наверное, станет.
Так, ну все, водная часть маршрута закончена. Начинается велосипедная. Пешо-велосипедная. Так, настоящую шайбу берем с собой. А местную шайбу оставляем здесь. Блин, еще лет 10 назад вообще не было этой поросли молодой, и вот был с этой дороги отличный вид на реку. Она вся просматривалась, и дорога вся просматривалась со стороны деревни. Можно было сразу видеть, кто идет, тогда машин же не было ни у кого, ходили все пешком в деревню. Сразу было видно, кто идет, кого надо будет перевозить. А сейчас все, густой лес. Ну все, велик на стоянку.